Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимадзе. И мы продолжаем играть в GTA 5. Так, надо сохраниться. Winter Edition. Надо сохраниться. Сделаем это прямо здесь. Короче говоря, мы в прошлой серии ограбили ювелирный магазин. И Майкл позвал нас в гости, чтобы отпраздновать это дело. И, собственно, это мы и делаем сейчас. Только вот почему-то метка Майкла почему-то исчезла с карты. Когда я сохранился, надо, видимо, переделать. Перезайди надо. Не забывай, ты тратишь деньги, заработанные кровью. Моей кровью. Так, еще раз переключаемся. Не знаю, почему такой глюк происходит. О, здорово, вот и ты. Чё, как? Ну, порядок. Все пучком, да. Да, по любасу все пучком. Короче, слушай. Брюлики у Лестера. Он знает парня, который даст по 50 центов за доллар. Когда мы расплатимся с этим психованным мексиканцем, у нас может даже что-то останется. Сдрогнули? Конечно, да. Надеюсь. Это ограбление. Ты спалился по полной. Любой, кто читал твое досье. Ты о чем вообще думал? Дэви, давно не виделись. А как же Тревор? Если этот псих догадается, что ты жив, он тебе Армагеддон устроит. Насчет него не беспокойся. Тревор мертв. Скорее всего. К тому же я здесь совершенно ни при чем. И даже не знаю вообще, о чем ты говоришь. Да неужели? По предварительным оценкам, общая стоимость украденных драгоценных камней и обручальных колец украшений составляет несколько миллионов долларов. Альберту Стэнди чудом удалось спасти от грабителей. Ой, я просто работал и сказал ему, типа, уберите отсюда эти мотоциклы. Я вообще о чем, нет, ничего не знаю об этом. А другой выбегает из магазина, сбивает меня с ног и говорит что-то вроде, ты каждый день забываешь тысячу мелочей. Так пусть это будет одна из них. Напугали меня, короче. Итак, возвращаемся в студию. Хочешь затянуться сладкий? Тревор, милый, может, курнем? Эй, не надо, Джонни, не надо! Тревор! Ты опять с моей девкой спал там, да? Я к тебе обращаюсь, говнюк, блин. Не надо, Джонни. Я говорил ему, Тревор. Мы все любим кайфануть. Мы все любим обдолбаться, но это не оправдание. Остынь. Лед туманит мозги, детка, но это не оправдание. Такому поступку не может быть оправдания. Говорю тебе, Джонни, перестань. Ничего я не перестану. Тревор! Я с тобой говорю, гнида, блин. Да? Что ж ты мне говоришь? Ты опять мою девку трахал? Так нельзя. О, ну я же должен кого-то трахать. И ты хочешь, чтобы я тебя вместо него трахал, да? Ну ладно, снимай штаны, ковбой. Сейчас мы как потрахаемся с тобой. Вот, ты думаешь, так смешно? Снимай, блин! Я говорил ему, Тревор. Говорил, не надо. Заткнись, Рон. Сейчас у меня будет секс на ракушей. А сейчас он меня своим беззубым ртом обслужит. Fuck you, Тревор. Я люблю ее. О, ладно, ковбой, я знаю. Тихо, спокойно. Я не хотел ничего такого. Я знаю. Я на косяч. Я знаю. Ничего. Обними меня. Вот так. Дебил. Ты с кем разговариваешь, а? С кем? Я тебя спрашиваю, а? В другой раз даже не показывайся. Я только что призрака видел, а тут фигню считаю выслушивать. А ну вставай давай. А, Дан, пошел ты нафиг. Wait. А, блин. Итак, началось. Надо разобраться с остальными.
нельзя стрелять. Ну, хотя как тебе написано в справочниках, что ее можно убить тоже. Ну, не будем этого делать. Короче говоря, вот этот мертвый, который... Уэйд, насчет призрака, который я видел, его зовут Майкл Таунли. Похоже, он живет в Лос-Анджелесе. Найди его. Серьезно? У меня там кузен. Но я не... Найди его, Уэйд. Значит, мне уже не надо встречаться с байкерами. Мы, конечно, спешим, но не настолько. Но если мы закопаем Джонни в пустыне, а потом заткнем Эшли, с которой ты там трахался... Ему обязательно будет что знать. Думаешь, круто женщин оскорблять? Что, оскорблять? Я просто предположил убить ее. Да, ты ее плохо обозвал. У тебя матери нету, что ли? У каждого мать есть, по крайней мере, одна. Вот этот, которого Тревор сейчас запинал, это Джонни Клебец, лидер пропащих и главный герой дополнения GTA 4 «Пропащие и обреченные». И здесь, в 2013 году, он возрождает банду. Эй, слышь, ты Эшли не видел? Джонни ищет ее. Представь себе, я видел 10 минут назад ее. Видел на конце своего пениса. Джонни не понравится, если ты там опять с ней мучишь. Да что ты говоришь? А почему бы нам его самого не спросить? Эй, ковбой, я тут твою бабу отжарил. Что ты на это скажешь? Извини, я не слышу. А что? Что? Ты не против? Нет? Это, наверное, потому что ты трып. И что осталось в твоей башке, это пара извилин. И пара хрящей у меня на подошве. Ну, спасибо тебе большое, ковбой. Да ты гонишь! О, так держать, отрицание. Первая стадия принятия горя, братья. Давайте возьмемся за руки. Я смотрю, ты хочешь мне что-то сказать. Желаешь высказаться, а? Надеюсь, ты гонишь. Эй, парни, куда вы? Может, поговорим? Это Терри и Клей, кстати. Так, они приведут нас к другим пропащим, и покончим мы с ними раз и навсегда. Фургон не трогать, а вот Терри и Клея можно убить. Как они обалдели, да? Они тоже, кстати, из пропащих и обреченных. И, в общем, они в GTA 5, они все, короче говоря, умерли. Был еще Джим Фицджеральд, дифтероганист еще, и главный, и большой друг Джонни Клебица, но он был убит в самой же игре «Пропащие и обреченные», к сожалению. Давай налево, там можно перепрыгнуть. Блин, как мне нравятся такие фургоны. Мы знаем, куда они едут. Да, догадываюсь, но нужно убедиться наверняка. Когда будешь знать точно, высади нас в этом трейлере. Можешь взять шефа, чтобы разобраться с ним. Мы это сделаем все вместе. Ну и где ваши там все, а? Долго ехать еще за вами, блин. Молодцы, показывайте дорогу. Молодцы, молодцы, показывайте дорогу. Эти козлы от нас ни за что не уйдут. Давай, давай. Ну, надеюсь, ты скоро еще. Они тормозят. Молодец, Тревор, они тормозят. Стойте у входа. Никого не пускайте без моего разрешения.
Да, пушек, пушек-то более-менее нормальных нет. Ну, подходите, не стесняйтесь. Подходите, не стесняйтесь. Мне так тяжело. Я бы-то половину замочил вроде бы уже, нет? О, блин. Щит, она сейчас взорвется. Уважайте пешеходов-то. Ой, там же бензин вылился из-под фургона. Короче говоря, что я вам не сказал? Разблокирован новый протагонист. Третий и последний протагонист — это Тревор Филлипс, который скрывается, как вы видите, в пустыне. Сэнди Шорс. Где еще, козлы? Подходите, не стесняйтесь. Эй! Кто там еще остался, а? Блин. Я всех вас перебью, блин. Подъезжайте, подъезжайте. Сейчас как бомбанем. Вот это да. Вот это да. Неожиданно, знаете, такой взрыв. Я предупреждал Джонни, теперь вас всех предупреждаю. Куда вы? Мы же только вроде начали. О, вот эта пушка в самый раз. Удрали, ну и хрен с вами, честно говоря. Пусть все взорвется. Обожаю взрывы. Пусть все вообще взорвется нафиг. Спасибо, ребята. Вы мне очень помогли. Быстро в машину, блин. Это был сарказм. Уэйд, ты какого фига еще здесь? Ты сказал? Я сказал, ищи долбанного призрака в Лос-Сантосе. Тебе стимула, видимо, не хватает. И бомб липучек достаньте мне. Да, вот пустыня без снега и со снегом — это довольно большая разница, мне кажется. К ацтекам заглянуть? О, блин, мне это не нравится. Не нервничай, нервный Рон. Ему нравится агрессия. Тревор, может, не надо? Теперь байкеров нет. Остались только мы, ацтеки и онилы. Рынка хватает на всех. Наш китайский друг весь скупит весь лед, который мы сварить сможем. Надо просто с ним встретиться. О, сейчас мы его разбудим. Артега. Тут главный в округе же. Прямо в дом его въедем. А, дебил! Ты меня достал.
Тревор, какого фига? А вот такого, мой мокрый друг. Теперь ты не удел. Пропащий теперь не удел. Стволы и дури отныне будут крышевать в Тревор Филлипс Индастрис. Сказать еще не значит сделать. Да что ты говоришь? Ты в пролете, дружище. Мы всегда с тобой ладили. В первом прохождении я убил его. В этот раз мы пощадим его. Думаю, намек он понял. Пошли отсюда. Чтобы потом убить его потом. Не знаю, о чем говорят эти нытики. Посмотри на меня, я почти все время на спидах. Самопродуктивность. Да, ты сегодня ударно поработал. Надо дело в порядок привести. И куда ты поедешь? Сначала найду своего призрака из телевизора, Майкла Таунли. Твой дружбан? Ты говорил, что его застрелили. Вы раньше вместе промышляли? Да, это он, мой лучший друг. Я думал, что он умер. Быстро до тебя дошло. Я тоже думал, что он умер. А он на самом деле призрак. Он жив, оказывается. Он ходит и грабит банки, магазины. Он скорее жив, чем мертв. С чего ты взял, что он? Работает так же, несут ту же самую чушь, что и 10 лет назад. А может, это ловушка? Может, кому-то надо, чтобы ты думал, что он жив? Я уже один раз повелся на его смерть. Теперь меня ничего не никто не проведет. Майкл Таунли жив и здоров, он в Лос-Антосе, и у меня к нему есть куча каверзных вопросов. Может, они хотят тебя выманить из подполья? Слишком бредовая теория заговора, даже для тебя, Рональд Джековский. Да? Ну, как знаешь. Будет жарко, если ты уйдешь пока. И Тревор Филлипс Индастриц только встает на ноги. Я сделаю все, чтобы наладить бизнес до отъезда. Ты нужен шеф компании. Справитесь пока без меня. Выходи из машины, Рон. Мне надо подумать в одиночке. Беги. Это убежище Тревора. Можно сохранять припаркованные машины в гараже. Также модифицировать их в Лос-Антос Кастомс. Можно также сохраняться и так далее. Мистер Филлипс. Сколько время? У Тревора тоже есть своя мобила. Давайте ее настроим. Мелодия. Первый. Мне нравится. Тема. Синий. У всех в этом прохождении синий. Так, что у нас тут по сообщениям? Он также связан с амунацией. С Лос-Антос Кастомс. Биг Бен Бедрон. Так, это Брэд Снайдер нам типа пишет. Ты не поверишь. Но Майк жив и живет в Лос-Антосе. Видел по телеку. Привет, Тревор, это Брэд из тюрьмы. Надеюсь, ты в порядке. Давно тебе не писал. Охрана говорит, если я буду хорошо себя вести. Надеюсь, ты ни во что не влип. Решил сдаться властям. В тюрьме неплохо. На самом деле, тебе здесь может и понравиться. Я скучаю по Майку. Но сейчас ему уже хорошо. Спасибо, что спросил. Но бойфренда у меня нет. В тюрьме такого не бывает. Разве что ты сам захочешь этого, Брэд. Брэд на самом деле мертв. А сообщение... Алло, говори. Тревор, ты же знаешь, я не люблю эти шутки, нас же подслушают. Так, давай быстрее. Дело на мази, этот китаец, мистер Чен, сидит в трактире. Ты сказал об этом по телефону? Рон, ты охренел, что ли? Теперь придется тебя наказать. А ты знаешь, как я отношусь к этому делу. Короче говоря, на чем я остановился? Ах да, на Брэде. Брэд на самом деле мертв и похоронен в могиле Майкла. А письма ему эти пишет Дэйв Нортон.
Что тут еще? Босс, тут за углом какие-то парни устраивают гонки. Тебе стоит этим заняться. Да-да-да. Мне некогда гонками заниматься. Какая тут одежда есть? Сейчас зима, надо что-то потеплее одеть. Теперь надо поспать. Ой, куда-то нажал. Потому что уже ночь сейчас наступит. Так, сколько время? 8 утра, отлично, погнали. К кому там? С это куда? Китайцы. Фу, господи. Да, в пустыне тут... Действительно, пустыня со снегом и без него, мне кажется, отличается сильно. Тут она белая. Так она кажется белой. Без снега она такая желтая, песочная, действительно. Блин, тут подстанция. Где же у нас тут китайцы? Ну, ты животного убил. Ну, вообще красава. Теперь ты штраф будешь платить за убитого животного, блин. Так, ну гонки здесь. Но я не собираюсь участвовать сегодня в них. Мне некогда. Так, там еще у Тревора появилось задание. Но сначала заглянем к китайцам. Эй, что тут происходит? Дайте пройти. Тревор, я тебя не обслуживаю. А как насчет этих двоих? Тот, кто победит, попадет в черный список. Он победил. Не могу. Он мой муж. Он в сыновьяте годится. Интернет отличная штука, не правда ли, да? Как бы то ни было, я спас твоего мужа. Налей мне стаканчик. У меня встреча. Ладно. Еще один труп в моем баре. Клянусь, я перестану тебя обслуживать. А что, он умер, что ли? Мистер Филлипс. А, вот и он. Рад тебя видеть, мистер Чен. Нет, я переводчик мистера Чена. Вот, мистер Чен. И я ж тогда косял. Если говорить по-испански, то друг с другом. Мистер Тао Чен. Очень рад знакомству с вами. Да, это прям очень видно. Знаете, это потрясающее знакомство. Если у вас будет время, добавьте меня в друзья Лайфинвейд. Это лучший момент в моей жизни. Что это с ним такое? Обожаю, понеслось. Я пошел. Не уходите, стойте. Прошу вас. Если вы уйдете, его отец убьет меня. Да мне пофигу на это. Возможно, но мы слышали, что Тревор Филлипс Индастрис это серьезный бизнес. Мы даем хорошую цену. Дело договорим, мы партнеры. Делать большие деньги. Я балдею. Но я покажу вам производство. Это наша лаборатория по производству льда. Шеф, мы как раз тут собирались наведаться на кухню. Давайте поскорее. Сюда едет Ортега с друзьями. Говорит, что собирается вас вывести. Забавно. Я на днях ему сказал ровно то же самое. Ортега, ты уверен, что твой босс не собирается сам употреблять всю эту дурь? Не, мистер Чен дал четкие инструкции. Ему нужен надежный источник. Мы купим у вас товар и будем распространять его по нашим сетям. Меня беспокоит, что это идет все вразрез. Мы участвуем в движении медленный лед. У мистера Чена деньги-то есть? Я не первый человек, который забывает о принципах. Что он говорит? Говорит, что будет рад с нами сотрудничать.
Да, хорошо, что Тревор не понимает китайский язык. Тревор, у нас мало времени. Шеф, где твои манеры? Это наши гости. Мистер Чен и его покорный слуга. Ладно, чувак. Рад знакомству. Тревор, у нас мало времени, они скоро прибудут. Всему свое время. Итак, господа. Проходите, осмотрим складные помещения. Залезайте. Более места, чем достаточно. Заходи тоже. С ума сойти, отдельная комната. Экскурсия продолжится после небольшого перерыва. Ну что, берем пушки? Да, шеф. Я так и знал, что у нас будут гости. Ты бы прибрался бы здесь. Раньше Артега с нами не враждовал. Проклятое стекло. Сейчас я вас всех вытесню с рынка, блин. Хо-хо, обожаю эпичные взрывы. Мы не всех завалили пока что. Так, на балкон. Тревор, они входят. Да, тут вся команда. Ой. Да блин. Ацтеки такое же говно, как и пропащие, блин. Нифига, как он выпал. Выскочил прям красиво. Это непрофессионально, блин, было. Охо-хо, а остальные где? Сейчас еще команда будет. О, блин, бежим отсюда. Сейчас загорится все здесь. Зачем я это сделал, я не знаю. Держи гранатомет. Ого, вот эта штучка. Думаю, ацтекам пора умирать. Сейчас я вас вытесню из рынка. Всех. Тревор, это часть твоего плана? Они идут через магазин. Бежим к ходу. Да блин, я сам-то не знаю уже куда идти. Так, где здесь выход? Там? Не знаю, зачем я взрывы эти делаю, но почему бы и нет? Убирайтесь, это частное заведение. О, это Артега. Сам Артега. Черт. Надо было грохнуть тебя все-таки. Смотри, они, кажется, дрогнули. Блин.
Вернитесь в лабораторию. Так, джентльмены, продолжим экскурсию. О, кажется, вы посидели. Кажется, мы видели достаточно. Уходим. Мы даже не добрались до главной комнаты. Я потом заеду и подпишу контракты, окей? На жмуриков не обращайте внимания. Эй, Тревор, мы еще будем варить партию? Да, конечно, будем. Тревор у нас психический, нестабильный маньяк-наркодиллер. Ну и любимчик публики. Так, давайте заберем этот Гелендваген. Он еще запросто пригодится. Ладно, мы на этом закончим серию. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.